стекле, мерил глазом горизонт, вспоминал сны, удивлялся утру, догорало в черном теле, уходила тропой зверя тяжкая душа. Глаза стоя совесть, да всем миром на силу навалились на небо, заломали и за гриву сунули в мешок. Беспокойный дом в венах, колосились травы дико, говорили звонко, не осознавали ничего. Ночевало солнце в дальних стогах, а теперь у нас утро. Нам ли горевать, братишка, умыл глаза, выпала роса.
Это шутка.
решили сегодня спеть новую песню. У нас куча новых песен, и даже записали альбом. Вот. Потом там в стадии технической, да, всякой корректировки. Мы в прошлый раз записали альбом, вот этот «Потерявший границу», «Потерянный концерт», да. И мы избрали такую концепцию, в общем, живьем записывать. То есть просто пришли в студию, записали. Вот. Ну, это отчасти от, как говорится, нищебродства, да, но с другой стороны, есть в этом тоже определенный шарм. То есть очень, на самом деле, прикольно получается. Ну, она лишь втроем, а лишь шапка записала живьем. Ну да, по многие группы так пишутся. Да, да, до этого, в общем, так и начинали писать. Вот. У нас там, вот сейчас мы сыграем песню, будет время зайти, или набери мой номер, пока не придумали название. Вот. Мы там со скрипкой даже записали. Баян, скрипка. Вот. Лужецкая играла, нет? На скрипке. Нет, 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 нет. Лужецкая, она на флейте играет. Вот. И она в Москве. И мы даже с ней не знакомы. Вот. Не, там Алина такая хорошая скрипачка. Вот. Она даже там на бэк-вокале, но я, в общем, вместо нее буду бэк-вокалы и просто вокал. Короче, набери мой номер. Набор песен о времени, о каком-то времени, которого нет. Временная спираль. Вот, временная спираль, хорошо, да. Что-то в этом роде надо. Значит, можно совсем новый готовить. Да, вот я прям новый готовил.
Лодка.
Свои
больше нет. Свет колючих фар шарит по плоскости потолков.
«Возьми любовь», можно? «Возьми любовь», блин. Или оно слишком старше. Ты откапываешь какие-то... Нет, я... А он любитель откапывать. Нет, мы просто на новогоднем тогда в стриме ее пели. Пел, да? Не слишком старше. А, ну это на твой заказ, кстати, пели. Нет. Ну так вот, извини. Смирись, ты знаешь. Чуть не опоздал. Прости, Дим. Нет, я ее тогда первый раз. Вот это не мой заказ. Да, ну может попозже там уже будет. Я так не готовился. Ну да, по-моему. Так. Дим, да мы тут собрались просто поиграть. Ну понятно, репо. Мы стараемся, ну да. Можно укачивать в трамвай. Как-то нового шоу. Или можно без нового публика поспокойнее. Давайте либо брейкфу. Если не спокойнее. Ну что ты делаешь? Это у нас легчало. Так, ну, не знаю. Все-таки я думаю, что... Так как Дима пришел, давайте дальше. Думаю, что как Дима пришел, мне кажется, весна будет у нас. Мы сейчас тоже на улице. Тем более на улице уже. Тем более там вообще. Мы сейчас новую сыграем, весна называется. Да тут почти все. Дим, только не говори в чат, что напиши, что пришло 70 человек. Ладно? Давай, устроим fake news. А когда ты писал, что там на Липецке в тебе пришло 120, это значит пришло человек 12. Ну, конечно. Естественно. Каждый мы планеты своей скорлупы.
песня была про весну. Не, ну можно чередовать, в принципе. Да, да, ну, говорили. Они же были. Песня среднего возраста. Точно, да. Ой, на
старенькую сыграем. Но тоже плотненько.
разговаривать можно и молчать. Давай начнем разгадывать, давай начнем решать. Тест на логику, тест на суицид, тест на совместимость, тайну на дефицит. В умных положениях твоего лица, но я лишь ценю прозрачность. Разрывается, пусть рвется на пролом. Вагон стоит на месте, но тронулся гром. И это тест на логику, тест на суицид, тест на совместимость, на ему на дефицит. В умных отношениях твоего лица, но я лишь ценю прозрачность тепла. А это тест на логику, тест на суицид, тест на совместимость, на ему на дефицит. В умных отношениях твоего лица, мне уже не важно прозрачность. Минут 8. А, сейчас мы еще поиграем, короче. Но, знаете, есть что, есть не вкладываем, ребят, пацаны. Скиньте нам что-нибудь. Коробочки. Зафиксировал. А можно, кстати, перевести так, можно так? А можно, кстати, сыграть этой ночью сюда. Да. Продолжение. Сейчас тоже будет новая песня. Продолжение как бы вот этой штуки. Ну, давайте еще. Называйте. Коробочка будет донат. Не знаю, кстати, что она называется. Я не знаю, как тебя.
Излечается, и отечество получается как бы лекарством. Вот. Я тут немножко заменил. А там уже любой излечится от этих отчеств и отечества. Так постоянно летом делал. Так будет. Мы как люди. Кого-то. Да, ну постмодерн, а что сделаешь? В общем, в такие времена живем. Ну, можно старую какую-нибудь. Иоганн. А, давай, кстати. Вот. Давай. Тут у нас Толя играл Баха, но Толя не сыграет Баха нам сегодня. А сейчас я сыграю. Нет. Валина голову
Вокал тоже. Вокал? Вокали, да. Вокал. Сейчас я потише не дам. Нет, чуть-чуть, не слышу, заводиться. Чуть-чуть, может быть, даже яркости вокала. Блин, такие вещи. Ну, высоких. Коль, возьми курсы вокала на конец уже. Ну, конечно, все. И громкость. Высокий, о! Да, и громкость чуть-чуть на вокал. Высокий, о! Это я просто громче крикнул, да? Ничего не знаю. Ну, вроде я прибавил сейчас, вот прибавил. Сейчас посмотрим. Появилась какая-то прозрачность, чувствуете? Так, ну что мы можем сыграть? Вот вам бархат. Это новый. А, можем новый? Так, очередь новый. Не-не, ну это просто. Такая песня, в общем, ну не знаю, просто песня. А, Вик. Со стороны.
проволочки, нет? Да. Да зачем? На голос чуть-чуть ревера, это же вообще будет бомба. Ну вот это, да, надо Ну, ничего не произошло, но не знаю, не знаю. Я не знаю, как это штука шайтан машина. Шайтанчик. Вот это вот, да? Да. Ай-яй-яй-яй-та-та-та. А, да, что-то такое получилось. Ну не сильно, а то так вот. Чуть-чуть, да. Вот, чуть-чуть. Объем, да. Объем, да, согласен. Не веря, ты понял меня по глазам.
стали, не сумели сказать соседям, что надо на праздник опять. Так запомни это небо таким, не унывай, мы победим. И в нашей горнице детский смех и любовь, и бьются знамена, и пылает огонь. Далеко поле на просторы кружевами, далеко поле мы крыли сами, далеко поле и сечение в траве, далеко поле мы души расправим, далеко поле на черные космы, далеко поле на путанные тропы, далеко поле на степи Украины, далеко поле на встретились и жили. Спустя 10 лет. Про степи Украины? Ну да. Правда, встретимся, будем ли мы живы. А, ну может бегут. Ты поешь там в одном месте? Нужно А петь. В терцию? В терцию? Да. Ладно? Я в терцию. Как еще? Вот так. Мы только в терцию. Мне кажется, я чуть покрутил бы, чтобы гитара стала. Нормально? Да? Попасть в ловушку, чувствуя ритм. Мы зажжем свои огни.
Садом подле меня, верной собакой на
заглядки, вы не забудете, закроем их в прятки, мальчик вырастет, знающим любится, шарик подаренный, мамы листуются, до поля до неба, выше твои. Терпи, если мудрый палач, любовь.
дорога. Рок-мама, рок-мама, у меня в сметане рожа в пост, рок-мама. Без вас этот концерт бы не состоялся вовсе, так сказать.
Вот. А, ну, у нас, наверное, разные бывали концерты делали. То есть и пусто бывало, и густо. Вот я помню, хорошие были концерты, в декабристы серия концертов была. У Огурцов классно было. Вот. Да, я вот в Седьмой тропе. Да, в Седьмой тропе играли мы, да. В Чапаеве играли, блин. 1500 метров. Пока Питер не закрыл, да? Пока Питер не закрыл. Ну, это как приехать. Что-то тебе говорится. Не, ну, будем надеяться. Потому что мне очень нравится «Смирись» название. Это вообще, если все пойдет хорошо, мы тут всегда будем играть. Вообще классно. Да это вообще место нормально. Да. Слушай, я сыграю пару песен. Конечно. Ощущается счастье, что там, куда ты спешишь, тебя ждут. Она такая, короче, сложная какая-то. Потерявшие границы, тоскует о них, сидя на брегах океана. Мы расстанемся здесь, но никуда не денемся, поскольку на дне стакан. Детский лепет, но тема свята. Любая культура звучит, но выпадает из ряда. Ряда строя ритма, императива и еще закона. Говорят, что все схвачено уже на уровне эмбриона. Говорят, говорят, набивая язык и текст. Пока непонятно, как он был распят, прежде чем он воскрес. И вот мы сидим, пьем и разбираемся в терминологии. Один думает о приютах для собак, другого занимает экология. Третий плюнул на все, усевшись как можно над.
почему он всех так завораживает этот закат. Заученная жвачка провинциального репортера, как улыбка на искусанных губах, купленный тобой в институтке, как в пена морская, как шелуха, как истекшие вчерашние сутки, как лен, как товар, сколько пожжели с трех посадков. Сидим, смотрим книги в глаза, мы учимся в догадках. График пути к успеху составлен в конце пустой коридор. И ты сидишь опять маленький и ведешь сам с тобой разговор. Потом вспышка заря, как одинокий пример, свет и другой. Сдал тебя с нижней от высшей губой. Трубит, трубит пионер, потом опять на зарядку. Ой, что, как сахарок в приглядку. Смыло волной, или меня смыло, или вокруг все стороной. В памяти нет разговора, нет смеха, намека, обрыв, тишина. Кажется, что я дома. Спасибо. Я думаю, что, как говорится, встретимся еще. До 19 марта. Кстати, да, 19 марта будет Дерфест, и нас пригласили. Да. Так что мы приедем еще через месяц.